Я украинский еврей. Я украинец Моисеева закона. Это означает, что я помню о своих корнях. Это означает, что мои предки, далекие предки, после изгнания из Испании и Португалии прошли через Францию и через Королевство Нидерландов. И я это хорошо помню, потому что это есть в нашей родовой памяти, в нашей исторической памяти. Я помню также, как много Голландия и ее граждане сделали для Украины в разные периоды ее истории, и экономически, и с точки зрения образования. На протяжении последних 100 лет евреи Украины поддерживали все демократические движения, все попытки к созданию украинцами своего государства, независимого от прежних имперских отношений, к тому, чтобы Украина стала демократической, цивилизованной и экономически развитой страной. И на Майдане 13-14 годов также евреи активно участвовали. Они были и среди выступающих, они были в тех, кто помогал Майдану, они защищали Майдан. И среди сотни погибших 18-20 февраля 2014 года было трое украинских граждан с еврейскими корнями. Мы никогда этого не забудем, и мы будем всегда помнить о них и чтить их память. Нам очень важно, чтобы граждане Королевства Нидерландов пришли на референдум 6 апреля и проголосовали за эту ассоциацию. Это означает, что мы будем постоянно иметь, благодаря этой ассоциации, перед глазами примеры европейской жизни, европейской демократии, соблюдения прав человека в Европе. И мы будем стараться, благодаря этому сотрудничеству и ассоциации, походить на то, как живут люди в Европе и в Королевстве Нидерландов. Не забирайте этот шанс у Украины и ее граждан, которые очень хотят быть вместе в нашем европейском будущем.